Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу рассказать вам и показать вот такую вот коробочку от марки Aveda. Это коробка журнала InStyle, это beauty box журнала InStyle совместно с профессиональной маркой Aveda. Марку Aveda, вы знаете, я очень-очень люблю. В последнее время с удовольствием использовала ее продукты по уходу за волосами и осталась от них в полнейшем восторге. А в этой коробочке у меня еще есть возможность попробовать и некоторые продукты по уходу за лицом и даже один из элементов декоративной косметики от марки Aveda. Оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Итак, давайте скорее открывать коробочку, изучать ее содержимое и смотреть, что нам приготовил журнал InStyle совместно с маркой Aveda. Вот так вот выглядит коробочка. Она, я вам честно скажу, не маленькая. Мы ее с вами открываем. И внутри у нас вот такая вот брошюра с информацией о различных продуктах. Это первая такая коробочка монобрендовая. Здесь в данной брошюрке мы можем найти подробную информацию о всех продуктах. Вот, собственно, она с двух сторон, содержащихся в данной коробочке. И вот непосредственно само содержимое коробочки. Здесь достаточно большое количество пробников, плюс есть полноразмерные продукты. Стоимость данной коробки 1200 рублей. Ее можно заказать на сайте InStyle Beauty Box. Вот, собственно. Так, начинаем разбирать коробочку и смотреть, что же у нас находится внутри. Первое. Тюбик такой достаточно внушительный, объемом 25 мл. Это крем для тела, который называется Stress Fix. Вот это информация об этом самом креме. Это у нас ультрапитательный крем для сухой обезвоженной кожи, в котором содержится масло лаванды, мускатного шалфея, масло карите и подсолнечника. Мне кажется, состав очень-очень неплохой. Я с удовольствием попробую данное масло. Отличный дорожный размер позволит мне его оттестировать. Вот, кстати, внизу указана цена полноразмерной баночки, что тоже является очень-очень полезной информацией. Следующий продукт в достаточно большом объеме, представленный в данной коробочке, в объеме 40 мл, это крем для рук, увлажняющий крем для рук Hand Relief Moisturizing Cream от марки Aveda. Вот у нас с вами подробная информация о данном креме. Он интенсивно увлажняет, смягчает и питает, и успокаивает кожу наших рук, улучшает ее внешний вид. Дальше в нашей коробочке идут два вот таких вот продукта, две такие вот миниатюры по 7 мл. Это продукты по уходу за кожей лица. Это Hydrating Lotion и Intensive Hydrating Rich Cream. То есть это один и тот же продукт, но в более легкой консистенции и, соответственно, в более плотной. Один, я так понимаю, для нормальной и комбинированной кожи, и второй для сухой кожи и чувствительной. Соответственно, вот у нас информация о увлажняющем лосьоне, в котором тоже содержится достаточно большое количество различных масел. А вот это уже интенсивно увлажняющий крем для лица, который подходит, как я уже сказала, для сухой и очень сухой кожи. Дальше мне бы хотелось остановиться на вот таком вот Nourish Mint от марки Aveda. Это блеск для губ. Это как раз вот тот продукт полноразмеры, который в данной коробочке представлен. Блеск я достала, он вот такой вот розовенький, очень позитивный, очень весенний. Он полупрозрачный, он помогает увлажнить кожу ваших губ, он немножко увеличивает их объем, он обладает приятным таким мятным ароматом. Один данный продукт стоит 1680 рублей, данная коробочка стоит 1200 рублей, поэтому, как вы сами понимаете, предложение действительно достаточно выгодное. Вот как раз информация об этом мятном блеске для губ. Теперь вот здесь вот у нас осталось только 4 продукта. Это у нас как раз продукты по уходу за волосами от марки Aveda. И все они для меня являются новинками, потому что ни один из них я раньше не пробовала. Итак, давайте смотреть их. Такой вот мини-тюбик спрей, даже со спреем-дозатором в объеме 10 мл. Это у нас Pure Abundance. Это Style Prep.
Вот информация о данном продукте. Это у нас уплотняющий лосьон для подготовки волос к укладке. Следующий продукт также со спреем-дозатором и также в объеме 10 мл. Он вот такой вот маленькой замечательной бутылочки. Это Thickening Tonic, то есть это уплотняющий тоник для волос. Вот информация об этом тонике. Это также является средством, подготавливающим наши волосы к укладке и позволяющим сделать их более густыми и объемными на весь день. И еще у нас в коробочке осталось два малыша. Сейчас я вытащу. Это вот такой вот тоже 10-миллилитровый из линейки Damage Remedy, о которой я вам рассказывала, которая мне очень-очень понравилась. Этот малыш у нас называется Intensive Restructuring Treatment от марки Aveda. Это такое концентрированное лечение, либо можно это еще назвать маской, которую вы наносите на волосы после мытья ваших волос шампунем, оставляете на 2-5 минут и потом смываете. И последний малыш, также из линейки Damage Remedy, это Split and Repair. Это абсолютная новинка от марки Aveda. Здесь этот малыш в объеме 3 мл представлен с маленьким вот таким вот, опять же, носиком, дозатором. Выглядит его носик, с помощью которого вы прекрасно можете нанести средство сначала на подушечки ваших пальцев, а потом перенести его на ваши волосы. Вот информация о данном продукте. Split and Repair мгновенно запечатывает секущиеся кончики и предотвращает дальнейшее сечение волос. Признаюсь честно, мне уже самой не терпится начать тестировать данные продукты. О результатах моего тестирования и о моих впечатлениях я обязательно буду вам рассказывать. Не пропустите, пожалуйста, новые выпуски, весенние выпуски журнала InStyle. И если вы поторопитесь, я думаю, что вы еще сможете приобрести одну из двух потрясающих коробочек Beauty Box, созданных командой журнала InStyle. Вот, собственно, информация о двух коробочках от марки InStyle. Две Beauty Box, которые сейчас находятся в продаже. Одна из них – это Aveda. 9 миниатюр и 1 полноразмерное средство. И вторая это коробочка Mass Market. 8 средств, которые находятся и которые стоят всего 990 рублей. И вот, соответственно, мы переворачиваем данную бумажку и видим содержимое каждой коробочки. Вот так вот, достаточно подробно. Меня коробка Mass Market заинтересовала не очень, а вот коробка Aveda меня действительно заинтересовала. Итак, если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу под видео, подписывайтесь, пожалуйста, на мой бьюти-блог, если вы еще не являетесь моим подписчиком, и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!